вас на канале Воздушный коктейль. В сегодняшнем видеоуроке хочу показать вам, как сделать лотос и шарок. Для этого нам понадобится 3 160 шарика, мы взяли белый, 1 160 зеленого цвета и 1 пятерка желтого цвета. Насос, ножницы и линейка. Приступим. Надуваем шарик примерно сантиметра на 80-90. Делаем кругляшок сантиметра на 2. Отмеряем 25 сантиметров. Также шарик 2 сантиметра, 25 сантиметров, перекрутили, перекручиваем. Шарик 2 сантиметра, 25, перекручиваем. Тут у нас уже шарика не хватит. Режем, завяжем. Связываем. Нам таких нужно 6. Вот что у нас получилось. Связываем. Лишнее сразу обрежем. Берем другой шарик. Проделываем все так же самое, только не на 25 сантиметров, а на 15. И также сначала связываем. Берем нашу первую
то, что мы делали с кухней. Разровняли. Прикладываем. Чтобы листочки напротив друг друга были. Раз, помотали. Сдавливаем ее, смотрим. Яблочко, я не знаю, как это точно называется. Продавливаем узелок, ловим ее с этой стороны. Перекачиваем. Кусочками завязываем. Помещаем на середину. Дальше. Нормально пойдет. Можно как такой сделать, как так и просто круглый. Кому как больше нравится. Мне так, честно говоря, круглый больше. Надули 160. Скрутки сантиметров у нас 12. Можно меньше, можно больше. Лотос. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.